видео не призывает к насилию. В видео показан естественный процесс, происходящий в природе. Привет, с вами канал Mad Science. И, судя по названию видео, я думаю, вы понимаете, о чем сегодня пойдет речь. На одном из сайтов объявлений, недалеко от дома, я нашел в продаже вот такую вот рыбку и решил ее забрать к себе. Хотел бы сразу сказать, что в этом маленьком аквариуме она жить не будет. Данный аквариум послужит для нее местом обитания только на время съемок, после чего эту рыбу я перемещу в большой просторный аквариум. В последнее время мне очень часто в личку поступали вопросы, что же будет, если пиявка встретится с большой рыбой? Ведь такие ситуации происходят довольно часто в наших водоемах, но заснять такую ситуацию в реальных условиях по мере массы причин является практически невозможным. Поэтому, чтобы посмотреть, что же все-таки произойдет в такой ситуации, необходимо смоделировать эту ситуацию. Сперва я решил изучить поведение данной рыбы и посмотреть, как она реагирует на сухой корм и на живой корм. Из этого мне стало многое понятно. Ведь сухой корм рыба съела сразу. Ну а к живому корму рыба относится с некой осторожностью. Лично для меня это говорит о том, что рыба зачастую питалась только сухим кормом. Чтобы подтвердить мои догадки о том, что рыба не тронет ничего живого, я решил подселить к ней скорпиона. Для тех, кто не в курсе, скорпионы действительно могут находиться под водой некоторое время. Рыба практически сразу заметила скорпиона, но приближаться к нему не спешит. Я думаю, скорпион также заметил эту рыбу, но занят какими-то своими делами. И почему-то этому скорпиону очень понравилась эта статуя. Кстати, не первый раз замечаю, что эта статуя нравится большинству насекомых. И для меня это кажется действительно странным. Заметили, кстати, как этот скорпион устойчиво стоит на ногах благодаря своей структуре. Хищнику нужно быть уверенным в стабильности всех частей его тела для эффективного нападения. А почувствовать себя хищником ты можешь в бесплатной онлайн-игре Crossout, экшеном, в котором ты можешь строить и уничтожать. Собирай бронемашины из сотен других деталей и участвуй в масштабных зарубах за ресурсы вместе с другими игроками. Отстрели врагу колеса, и он никуда от тебя не уедет. Уничтожь оружие, он останется беспомощным. В Crossout важна каждая деталь. Экспериментируй с оружием, броней и модулями, и можешь построить такого же скорпиона-хищника, как у меня. Генератор невидимости, ловушки, защитное поле, ховер и многое другое. Улучшай отношения с разными фракциями, чтобы получить доступ к новым технологиям. Если ты играешь с друзьями, то вместе вы можете собрать непобедимого составного робота. На карте мира ты найдешь любое здание, бои с другими игроками, королевскую битву, сражения с огромными боссами или сюжетный режим. А еще в Crossout постоянно проходят особые ивенты. Прокачивай Battle Pass, чтобы открыть новые детали и чертежи. Качай Crossout бесплатно по ссылкам в описании и получай ценные бонусы. Во время карантина сейчас как раз отличное время поиграть в крутейшие игры. Ну а пока что давайте все-таки вернемся к нашему вопросу. Что же все-таки произойдет, если пиявка встретится с крупной рыбой? Тем более стоит учесть тот факт, что пиявка будет действительно очень голодной. Кстати, помните выпуск про острые перцы и сотню тараканов? Так вот, в том выпуске я пообещал достать самый острый перец в мире. Это Каролина Рипер. И у меня это вышло. На данный момент у меня есть 4 свежих перца Каролина Рипер. Поэтому, если вы с того времени ждете выпуск про сотню голодных тараканов и самый острый перец в мире, напишите обязательно в комментарии под этим видео слово «жду». За это время произошло много чего интересного, и я как раз расскажу про гибель тысячи тараканов, которых вы недавно видели в выпуске. Ну а что касается голодной пиявки и крупной рыбы, я думаю, вам самим все прекрасно видно. Наблюдая за происходящим, у меня создается впечатление, что пиявка, плавая с одной стороны аквариума в другую, изучает его размеры. В это время за пиявкой наблюдает и сама рыбка. Еще мне кажется, что пиявка, как только попала в этот аквариум, стала очень неспокойной. Возможно, пиявка действительно чувствует добычу на расстоянии. И как только рыба попадается у пиявки на пути, пиявка тут же не упускает момент и присасывается. Так как рыба практически полностью покрыта чешуей, пиявка не может ее прокусить. В этот момент рыба пытается сбросить с себя
себя пиявку, ударяясь о дно аквариума, либо об статую. Как раз такие действия и спасают рыбу от того, чтобы пиявка могла присосаться в более удобном для нее месте. Немного позже пиявка нашла второе место, куда она смогла присосаться. Но и в этом месте она не сможет прокусить кожу рыбы. Единственное место, куда пиявка может попасть, чтобы напиться крови, так это жабры. Ну а получить доступ к жабрам практически невозможно. Получается, что природа изначально была задумана так, чтобы пиявка не смогла напиться крови у рыбы. И для этого у рыбы есть отличная защита. Кстати, в реках Амазонки живет такая рыба, как арапайма, у которой самая крепкая чешуя в мире. Данную рыбу невозможно пробить даже гарпуном. Ну а хищники ломают о нее зубы. По некоторым источникам говорится, что чешуя данной рыбы в 30 раз прочнее кости. Ну а что касается встречи пиявки и рыбы, то рыба никак не пострадала. И пиявкам в этом случае не повезло, так как они остались голодными. Кстати, как бы вы назвали эту рыбку? Напишите варианты имен в комментарии. Обязательно ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. А на этом у меня пока все. Всем пока.